Итак, мы начинаем нашу фотосъемку. Фотосъемка, фото-видео, фото-видео. Николай, Николай, Николюша, иди ко мне. Снимай, снимай, снимай. Стадион находится, дети играют. О, какая-то леди, леди. Надо у нее взять интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая-то чересчур скромная. Девушка, здравствуйте. А мы все, кто расклеим объявление, мы все дауны. Подождите, подождите. Для нервно-неуравновешенных, повторяю я еще раз, я клею объявление. У меня серьезная контора. Серьезный фотограф попросил меня. Подождите. Это последний. Здравствуйте. 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 Это телеканал «Звездание ее». Расскажите, пожалуйста, что вы занимаетесь? Фотосет? Фотосет. Непонятно. Домосед. Домосед. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете? Что вы делаете? Вы расклеите объявление? Боже. Сколько вам платят? Зарплата, зарплата. Юлия Тимошенко. Мне ничего не платят. Я это занимаюсь, потому что я... Ну, таблетки. Мне платят таблетки. Что вы такие вот нервно-неуравновешенные, которые интервью берут с ручками. Тимошенки. Это не ручка. А вы, походу, с моей... Это самый дорогой микрофон. Самый дорогой микрофон. С моей конторы. Нет, я тут гуляла в парке. Николай, разговариваешь, с ручкой берете интервью. Подыграние, дура. Николай, Николай, иди ко мне. Николай, с ветки спрыгивай, давай, жизни. Николюша, он просто гуляет, он гуляет в парке. Он гуляет в парке, он видел собачек, он побежал к собачкам своим друзьям. Оператор к собакам бегает. Мы просто здесь гуляли в этом парке, роскошном парке. Вот думаем, здесь устроят какое-то телевидение, необычайных людей найти, вроде вас, и взять интервью, чтобы потом нашим людям показать, какие бывают люди. Страшные, неадекватные, ну и вроде такие, как вы. Угу. Вообще, как вас зовут? Афродита. Афродита? Вы мужчина или женщина? Какой у вас пол? Я гомосек. И тишина. Пи, пи, мы потом сделаем это на пи, чтобы дети не услышали. Вырежьте это, потому что мои друзья не поймут меня. У меня засохла моя понская хвоста. А это пони. Это пони. Вы знаете, сколько этот пони стоит, его хвост? Знаю. Сама. Видите? Пошло все. На кисточке. Че я лысая? Мне кажется, вы его убили. Вы убили и стали дурочкой. Я пони. А, вы пони. Я и есть та самая знаменитая загадочная пони, которая все ищет и хвостит. Сколько вы уже объявлений такое-то обклеили? У вас только одно было? Я не помню. Вы одно где-то нашли, где-то сняли и делаете вид, что вы клеите? Я на каждом столбе его одно клею. Подклеила, оторвала, пошла на другое поклеила. Уже обклеила полгорода так. Расскажите мне, пожалуйста, что там у вас написано? Что там вообще у вас рекламируется? Я читать не умею, я не знаю, я же даун. Извините меня, да, он хоть как-то мне читает. Я той стороной клею, девушка, я не вижу, то или не то. Да той вы клеете. Точно. Вы клейте, клейте. А я вам потом у вас прошу. Дам фотосет, пойдет? Так вы же не умеете читать, что ж вот это рассказываете. Вы нормально клейте, пожалуйста, чтобы не оборвали люди. Это мне ваш Николай подсказывает. Николай еще гуляет, он еще не подошел, я за него снимаю. О. Итак, я читаю. Молодой, талантливый, креативный фотограф предоставит свои услуги всем желающим в необычных уголочках родного города. Анна. Что вы знаете об этой Анне? Это Анна. С красивыми голубоглазыми, сероглазыми, голубыми глазами. Вы... С длинными ногами. С осиной талии. Со слиной талии. Вы ошибаетесь. Это большая, попаленная, толстая моржиха, беззубая. Женщина лет 60. Она вам платит. Она вам платит 37 копеек. Она мне не платит. Я же говорю, таблетки. 37 копеек. Много таблеток не купишь. Посмотрите, люди как смотрят на вас. Трамон. Люди просто это поражены. Все, это все больные. У нас же питомник здесь. Все больные выгуливаются в такое время. Что вы едите? Вы трава, вся трава ваша, не вы траву, ее вырастили. Я не траву ем. Здесь много, очень много жучков. Они падают, я так подхожу, потрусила дерево. И нормально. А что бывает, норку найду, как повезет мне. Бывает, никогда не брили, у вас усы выросли. Я ж Николай. Николай? Я говорю, что Николай какой-то непонятного происхождения. Так расскажите мне, пожалуйста, об этой Ане. Какая это замечательная девушка. Это же уже женщина, лет 60. Ваши усы. Они просто забрили, побрили. Наведите объектив, вот он. А ну Наташа, Наташа. Они у меня все под именем. А Николая нету? Николая нету? Нет, Наташа Юрьевна. Боже мой. А что с вашими волосами? Расскажите, пожалуйста, вы... Сколько вам лет? Вы бабушка? Я не помню. У вас детей есть? Мне столько таблеток дети не есть? Дали, я не помню. Дети? Вроде нет. Не было никогда. Не припомню я. А муж был у вас? Муж?
Квартиры нет, а где вы живете? Вот в этом парке, роскошном парке, в каком-то там, не знаю, что-то написано, какой-то вон там ДНУ какой-то. Николай пошел к моим соседям, вот с ними я и живу. Собаки в этом клетке, вот с ними. Вы хоть кормите? Собак? Травой, таблетками? Что-то у вас непонятное. Вы женщина, что ли? Просто, честно говоря, я с вами тут разговариваю, я думала, вы какой-то мужчина. Мужчина, который хочет стать женщиной. Гомосек. Ну, короче, вы наклеили объявление. Я за вас очень рада. Вы смотрите, я проверю, где вы расклеили, в каких местах. Так в одном же, это одно я выклеила сегодня, не чтобы уже говорила. Что-то сегодня будет невероятное. Мы хотели попасть на наркомана, а вот оно и есть. Это чудо. Фотографирую вас. Фотографируйте нас.